Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую, меня зовут Арсен. Спасибо большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова, я все читаю. Девочки, давайте сегодня посмотрим, как и обещал, долгожданный ваш расклад по вашим заявкам. Мужчина младше, женщина старше. Напоминаю, что позиция одна, расклад общий. Если резонирует, значит смотрите, если не резонирует, значит не ваш расклад, к сожалению, да. Переключайтесь на других тарологов, на другие каналы. Если понимаете, что расклад не ваш, либо можете прослушать мой расклад, что-то для себя подчерпнуть. Так, давайте посмотрим, для того, чтобы понять, ваш расклад или нет, посмотрим, что у вас сейчас с вашим мужчиной, с которым вы на расстоянии, сейчас у вас в отношениях. Ой, что у вас выпало там? Ну, у вас здесь разбитое сердце, да, тройка мечей, разбитое сердце, любовный треугольник, четырехугольник. Либо просто, да, кто-то кому-то сердце разбил. Так, давайте посмотрим. Тара маленького принца, кому интересно, да, кто задает мне вопросы, Тара маленького принца. Так, смотрим, что у вас сейчас в отношениях. Что у этой женщины, которая меня смотрит, с мужчиной, который младше нее, сейчас в отношениях на данный момент. Ну, вот опять эта карта, да, здесь выпала. Что у вас здесь? Здесь мужчина, во-первых, опять-таки показали, что младше вас, а во-вторых, что мужчина здесь, ну, незрелый, да, он как-то может что-то делать, не задумываясь о последствиях. Да, ну, давайте там еще машина у меня. Все, так. Мужчина может делать что-то, не задумываясь о последствиях, знаете, такой вот, как вам сказать, не импульсивный. Сначала сделал, а потом подумал. Вот. Здесь у вас сейчас все в подвисшем состоянии. Хочется ясности. Хочется как-то понять, что случилось. Какой-то тупик. И из-за этого либо разбитое сердце, либо тупик, потому что у вас треугольник, да? Здесь мужчина, либо вы эгоист, ну, скорее всего, мужчина здесь почему-то мне идет, мужчина, да, что здесь мужчина эгоист, как-то он ставит свои интересы превыше всего, даже превыше вас, да, сначала иду я, а потом уже все остальные. Причем здесь, знаете, какой эгоизм? Здесь есть у людей здоровый эгоизм, да, я себя люблю, я себе не позволю, там, к примеру, плохо, там, к себе относиться, да, а у этого мужчины прям, знаете, вот это вот, ну, очень раздутое эго, вот так бы я сказала, здесь вот прям вот такого сначала я, все мне, да, он, кстати говоря, может здесь как-то умело этим манипулировать, вы сначала, может, и не подумали, что человек такой, а потом, собственно говоря, все раскрылось. Ну, здесь, понимаете, здесь у вас уже, может, появился либо другой мужчина, либо действительно у вас здесь четырехугольник, да, здесь подойдет и треугольник, и четырехугольник, потому что в картах Таро нету карты четырехугольника, да, понятно, потому что мне говорят, а почему треугольник, либо четырехугольник, вы точно мне скажите, точно не могу сказать. Вот, здесь, смотрите, у кого, ну, здесь могут быть либо у вас, там, к примеру, у вас четырехугольник, да, и вы дружите там, семьями, так сказать, да, телами дружите, вот, либо просто действительно мужчина сам по себе сейчас такой в двойственной ипостаси, где-то он такой, вы знаете, тугодум, медлительный, такой вот 10 раз отмерит, потом подумает еще раз 10 раз отмерит, только потом отрежет, да, и по отношению к вам он сейчас холоден. Холден. Либо здесь действительно двое мужчин, один из них такой практичный, целеустремленный, ставит цели, добивается их, мужчина земной, и ему нужны земные отношения, земные женщины, он очень практично подходит даже к выбору своей спутницы жизни. А второй мужчина, он может быть холодным, он может быть воздушного знака зодиака, он может быть при форме работать, да, он может быть такой, знаете, где-то холодный, отстраненный, мужчина не глупый, вот, при погонах, может быть, в какой-нибудь госструктуре работать, здесь такая ситуация, то есть здесь либо один мужчина, то есть он идет только в две ипостаси к вам, да, с одной стороны он такой практичный, но к вам он холоден сейчас, как король мечей идет, либо это действительно у вас здесь четырехугольник, к примеру, да,
у вас два мужчины, и у него там может быть женщина, а может быть просто треугольник, у вас двое, мы двое мужчин, да, здесь. И так, и так. Здесь у вас, я бы сказала, не закрытые отношения, период тишины. Я не вижу здесь между вами общения. Да, и даже если и есть между вами общение, оно глубоко скудное. Потому что здесь один из этих мужчин, либо это все-таки опять-таки, да, один мужчина, здесь причинил вам боль, да, и обжегшись на молоке, вы теперь дуете на воду. Здесь такая, знаете, какая-то фантомная боль, страхи, потому что кто-то кому-то сделал здесь больно. Ну, скорее всего, опять мужчина, потому что опять вы не показали здесь, я не знаю, кто вы. Вот, поэтому вот если это один мужчина, то вы с ним вообще, в принципе, сейчас не контачите, да, отстаивание своих границ, принципы какие-то, вот один из вас спрятался в норку, да, да, вот если посмотрите, вот один из вас в норке, а второй вот с оружием тут его высматривает, да, выискивает. То есть здесь такая ситуация, кто-то из вас ушел в норку, ушел в себя, вернусь не скоро, а второй он здесь с ружьем его выискивает. Вот, поэтому здесь периоды такие вот, либо полной тишины, и вы с этим мужчиной не общаетесь, либо очень скудное общение, но все в подвисшем состоянии. Опять-таки, почему подвисшее состояние может быть? Потому что здесь у вас двое мужчин, да, либо у вас просто вообще, в принципе, любовный треугольник. Вот такая ситуация. Ну, здесь, да, здесь любовь есть, чувство есть, здесь его жезл цветет и пахнет. Вот вы как змея, смотрите, вы как змея оплели его жезл, и он от вас не может избавиться. Вот вы как змею, как вы его гадюка, вот что я вам скажу. Вы его оплели, его жезл. Я не знаю, что вы там делали, какая вы там волшебница, но и вот с вами жезл его цветет и пахнет, а без вас, по-моему, там уже все превратился в засохшее дерево. Вот, поэтому здесь без вас, вот он, вот с вами, смотрите, как у него жезл цветет и пахнет, цветочки, вот вы его оплели, все у него хорошо, а без вас, смотрите, что он сидит, я все, у меня ничего не получается, я горюю здесь, я мечтаю, выпиваю здесь, да, то есть вот такая вот ситуация. А мужчина здесь, знаете, тонкий манипулятор, мужчина здесь не глупый, он может притворяться глупым, он может делать вид, что он дурачок, но здесь мужчина далеко не глупый. Он может выставлять сюда, как будто он недалекого ума, как будто вот он такой шалтай-болтай. На самом деле нет. Здесь мужчина тонкий манипулятор, тонкий игрок. Я бы вам сказала, кручу-верчу, запутать хочу. Здесь такая ситуация. Вы, кстати говоря, можете быть с ним здесь на расстоянии. Ну, да, здесь расстояние какое-то. Очень много жезловых, прям вот жезловые карты очень много. Он может, знаете, как... Да, здесь расстояние какое-то. Здесь он может показывать из себя такой, я весь подколодная карта императора, я весь такой крутой, я весь такой вот, да, сижу весь при власти, да, первое впечатление, вы когда его увидели, вы могли подумать, ну, он на свои года не выглядит, да, вот он, то не в смысле внешне, а именно по уму вы подумали, что вот с ним интересно говорить, что он вот такой вот берет на себя ответственность, а где-то он как шут. Где-то он как шут притворяется дурачком. Ой, я не слышал, ой, я не понял, ой, я не подумал. На самом деле все он подумал. Просто здесь он маг, да, просто здесь он такой вот, здесь его одни лисы нарисованы, просто такой вот, да. Вот смотрите, он император, если посмотрите, я вот император, но во мне есть лисичка. То есть вот такой вот он у вас хитрый лис. Очень сильно манит его к вам, да, вот, поэтому... Что у вас в отношениях? Ну, я по этим картам особо отношений между вами не вижу. Тупик. Тупик, расстояние, может быть, вообще полный период тишины, вообще ни общения никакого. Вот. И он здесь вон грустит весь, ушел в себя, вернусь не скоро, да, со своими вот кубками сидит, вспоминает вас. Жезл его опал, превратился в маленький, да, этот самый... С вами он свел и пах, а без вас он все уже там пожух весь.
Вот такая ситуация. Поэтому что у вас сейчас в отношениях? Ну, тупик. Тупик почему может быть? Потому что треугольник, потому что может быть расстояние, потому что именно, кстати говоря, из расставания, да, здесь из-за ожидания какого-то. Только хотел сказать, почему. Потому что у вас, во-первых, отношения здесь нестабильные, как какие-то качелеобразные были, знаете, такими какими-то наскоками, как скачками какими-то. Вот не было никогда, знаете, серого, да, либо было слишком хорошо, либо слишком плохо. Вот либо белое, либо черное, а вот серенького не было. И, собственно говоря, здесь какое-то ожидание было. Вот мы ждали, ждали. Может быть, вы ждали встречи, да, и не встретились. Ну, к примеру, если у вас коронавирус, там, если там города закрыты, да, вы, может быть, ждали, ждали встречу и не дождались. Собственно говоря, поэтому повисло все, все в тупике. И разбитое сердце из-за этого. Может быть, действительно, у вас здесь был любовный треугольник, четырехугольник, собственно говоря, да, и все в тупик зашло, потому что никуда ничего не двигается. Здесь вот такая ситуация. Поэтому, если подходит расклад, вроде бы все, что увидела, сказала. Ну, давайте посмотрим, что он там от вас хочет. Хочет от женщины, которая меня смотрит. Ну, во-первых, он хочет наладить хотя бы дружбу с вами, хотя бы, да, потому что там вот выходил период тишины, и ему надо, он хочет свои стрелы в ваш огород запустить однозначно, хотя бы наладить дружеское общение, потому что у него от вас зависимость, да, вот у него, он измучен, если увидите карту, да, вот карта измученного сердца, вот он без вас измучен, ему тяжело, да, и он вот по этой карте, карта дружба, вот хочет хотя бы наладить дружбу, знаете как, закинуть стрелы в ваш огород, карта стрела, чтобы посмотреть, как вы отреагируете, как вы будете себя вести, а дадите вы ему шанс или не дадите, да, потому что вот он как-то боится, у него, он боится, во-первых, у него зависимость от вас, карта зависимости, если вы посмотрите, да, вот показываю вам, чтобы вы видели, и карта признания. Он очень боится признаться в том, что он от вас зависим. Он будет вот манипулировать, все что угодно делать. Но ему страшно, да, такое ощущение, что он боится, что вот если он признается в том, что у него от вас зависимость, что он как передаст какие-то, да, бразды правления в ваши руки, что вы будете иметь какую-то власть над ним, он это сильно очень боится. Но он измучен, вот карта измученного сердца, прям вот измучен он без вас, то, что у вас такая ситуация, он бы хотел все изменить. Но по каким-то причинам, да, у него это не получается. Хочется у него поговорить с вами, прояснить ситуацию, карта прозрачности, да, потому что он сам не понимает, для него тоже точки в отношениях ваших нету, тоже все в подвешенном состоянии у него, он не понимает, то ли будет дальше что-то, то ли не будет дальше что-то. Вот он и хочет закинуть свою удочку в ваш огород, своих курочек, да, вот здесь мужчина с курочками, захочет закинуть курочек в ваш огород, чтобы понять, как вы к нему относитесь, чтобы как-то прояснить эту ситуацию, потому что он измучился. Ну, измученное сердце у него. Да, знаете что? Он здесь показывает карту холода, показывает холод свой, показывает свою, может быть, незаинтересованность, что мне не очень-то и надо. На самом деле, ну, здесь зависимость у человека, карта зависимости, да? Он по карте мецената может попробовать закинуть удочку, знаете, чем-то помочь, да? Там, если у вас там что-то вот он может, там, к примеру, деньгами, может, что-то с деньгами, там, а как там, или знаете, как закинуть удочку, а как у тебя дети там, или еще что-нибудь. То есть может какую-то помощь предложить, либо просто спросить, как дела, да, что-то вот такое вот. Ну, будет заходить из холода, да. На самом деле, ну, что ему хочется с вами, что он от вас хочет, карта партнерства. Ну, что здесь он хочет? Ну, партнерство хочет. Отношений хочет. Чаепитие, девочка, он с вами хочет попить чаечек, да, чай, кофе потанцуем, а потом водка, пиво полежим, да. У него, ну, он хочет трансформацию в отношениях, он хочет карта чаепития легкости, хочет какого-то, знаете, вот, ну, как, да, к примеру, в Англии, да, чаепитие какое было, вот люди собирались там, проводили какие-то легкие беседы, да, вот за чаепитием.
Вот ему так хочется какую-то легкую беседу, коммуникацию, да, наладить с вами, трансформацию в отношении из, потом из дружбы, да, он сначала закинет свою удочку, типа мы с тобой, ну, как у тебя дела, там, ты пока не родила, да, не появились ли у твоих внуков внуки, да, пока он там сидит, вот, на самом деле просто он хочет вот таким ход конем сделать, трансформировать из дружбы потом ваши отношения, как бы вернуть в ту колею, из которой у вас это все закончилось. Ну, что он с вами хочет? Семью. Да, у нас конкретно был вопрос, что он хочет от вас. Партнерство, семью, думает о подарке, вам карта подарка. Ищет панацея, да, лекарство от всех бед. Он ищет лекарства, чтобы наладить с вами мосты. Ну, имеется в виду, да, ну, лекарства это образно говоря, потому что я некоторые вещи говорю там образно, да, как в прошлом раскладе я говорила, там был у меня дьявол, да, и дьявол был с мороженым и с деньгами. Я там говорю, вот дьявол вас соблазняет мороженым и деньгами. И мне в личку началось, как вы что говорите, какое мороженое, я не люблю мороженое. Ну, девочки, ну это же образно сказано. И здесь тоже, да, таблетку для того, чтобы навести мосты. Ну, понятно, что он не вас не таблетками будет кормить, а понятно, что он будет искать какое-то лекарство, что-то, да, находить, чтобы к вам пути дороги, чтобы вот этот мостик, да, навесить, да, чтобы он сошелся здесь. И естественно, что он не будет туда к таблеткам вас кормить, а то мне сейчас опять посыплются в личку сообщения, что, ой, какие таблетки, я не ем таблетки. Ну, понятно, что все это вот, ну, сказано с некой долей юмора, да, чтобы вы не буквально понимали. Одна у меня есть моя постоянная клиентка и подписчица Елена. Вот она все поняла. Она мне написала сообщение, да, говорит, вы сделали мой день. Там мороженое и деньги. То есть человек понимает юмор. Но есть вот такие, которые прям вот буквально слова понимают. Не надо буквально, да, шире смотрите на мир, расширяйте свой кругозор. Карты таблетки, карта моста. Ну, понятно, что это не он таблетками вас будет пичкать. Ну, что, кто вы? Вы для него вкусная. Карта вкусность. И вы его дьявол. Вы его дьявол, девочки. А, вы его вкусность. Вы такая вся манкая для него. Вы очень нравится ему внешность, ваши волосы, фигуру, как вы себя ведете, как вы одеваетесь. Прям вот пирожочек бы съел бы вас, да? Но здесь карта зависимости говорит, а то ну еще и карта дьявола здесь у нас вышла. А, вот. Здесь. Собственно говоря, здесь, ну, зависимость, здесь одно к другому есть, да, вот, ну, не может он без вас, во-первых, а во-вторых, карта дьявола, карта зависимости, здесь еще говорит о том, что у вас в интиме все было хорошо, у кого был интим, у кого не было интима, значит, он очень мечтает о том, чтобы у вас был интим, и, собственно говоря, здесь в каком-то смысле вы ему еще заменяли маму, да, вы могли ему давать какие-то советы, вы могли о нем заботиться, то есть вас он видел не только женщину, с которой там можно хорошо провести время, с которой только можно, да, приехал, хорошо время провел и уехал. Здесь еще вот карта мамы, чем-то вы, может, ему напоминали маму, может быть, вы давали советы, как мама, то есть, да, заботились о нем, как мама. То есть вот здесь вот именно такая еще, знаете, подоплека, вот вас он не только женщину для утех, так скажем, видел, да, здесь еще как-то вот мама. Для кого-то проиграется, что здесь мама лезла в ваши отношения. Не у всех, да, карта семья и карта мама, здесь у кого-то действительно лезла семья в ваши отношения. И открыл вот этот ящик Пандоры. Вот. Ну, еще здесь мужчина, знаете, он... Ну, здесь карта... Вот смотрите... Здесь карта тщеславия и карта любви. То есть здесь мужчина, понимаете, для него очень хотелось, чтобы вы его любили, чтобы вы ему доказывали свою любовь. Он как-то поднимал по карте тщеславия свое эго, да, что вот она меня любит, там она решает мои проблемы, еще что-то еще. То есть вот так вот, вот опять-таки карта мага, карта манипуляции. Вот ему нужно было, чтобы вы вот... как-то доказывали свою любовь, либо показывали ее, да. Вот он, может, даже требовал от вас, потому что у него здесь, ну, тщеславие, да, человек, здесь у него такое есть качество, да, в его характере, вот. Ну, и, собственно говоря, что он от вас хочет, карта любовь, но хочет любви. Совместной старости, смотрите, какая красивая карта. Совместной старости ему хочется, но боится.
сам измучил себя у самого зависимость от вас, любовь здесь. Ну, здесь, знаете, девочки, по карте дьявола, по карте зависимость, по карте любовь, я хочу сказать, что здесь очень больная у человека любовь, реально больная любовь. Я вот так только могу назвать, да, больная любовь. Собственно говоря, что смотреть, чувства-то здесь у человека есть. Да, давайте посмотрим его мысли по поводу вас. Какие у него мысли по поводу вас? Какие у этого мужчины мысли по поводу вас? Ну, здесь тоже карта подарка. Вот там подарок, здесь подарок. Думает вам подарки. Вы для него красивая. Ему с вами легко, думает, здесь опять-таки расстояние, да, думает о том, чтобы приехать к вам, носит маску, ну, здесь любит человек, карта любовь здесь, да, здесь, но зеркалит, любит, но зеркалит. Здесь было какое-то вмешательство со стороны, да, кого-то, опять-таки, там, может быть, либо его родственники, там, карта мамы выпадала, любовный треугольник там, может быть, да, кто-то вмешался в ваши отношения. Смотрите сами, вас на канале слишком много. Я говорю просто все варианты, которые могут быть, да, потому что расклад один, и каждый просто, ну, свою, да, увидит. Здесь что он? У него карта, ну, любовь, здесь два голубка. Ну, он любит вас, любит, опять-таки, здесь больная любовь, здесь созависимость, зависимость от вас. Но при этом при всем носит маску. Вы тоже здесь носите маску, вы ему не показываете истинного положения вещей, вы тоже можете делать вид, что вам все равно, вы зеркалите друг друга. Отлично просто, да, я молчу, и ты будешь молчать, я делаю больно, я тебе сделаю больно. Здесь вы вот как битва титанов какая-то у вас. Вот, поэтому мысли здесь о поездке к вам, о том, что хочется опять-таки карта чаепития, там легкость, карта ребенка, это опять легкость, да, ему хочется какой-то легкости, какого-то приятного времяпрепровождения с вами, хочется вернуть ту легкость, которая была когда-то, да, но по каким-то причинам она закончилась. И у человека сейчас измучено сердце, может быть, он сам виноват, да, мы не смотрели причины его измученного сердца. Но вот у него переживает, он по измученному сердцу могу сказать, что он переживает. Он бы хотел бы вас забыть, да, хотел бы вас не знать, но, к сожалению, не получается. Почему? Потому что у человека от вас зависимость. Хотел бы, да никак. Давайте посмотрим ближайший месяц. Он вообще появится для тех, кто не общается, да? Давайте посмотрим для тех, у кого тишина, появится он или нет. Начиная с этого момента, с момента просмотра. Девочки, которые просмотрят видео, видео начинает действовать с момента просмотра. Вот с момента просмотра на ближайшие 30 дней этот мужчина напишет этой женщине, которая смотрит этот расклад. Здесь вы услышите какие-то новости от него. Здесь могут быть, он решает проблемы дома, проблемы с документами, какие-то семейные, да, дела, здесь такое может быть. Он о вас мечтает, карта звезды говорит о том, что он о вас мечтает, и карта всадника, карта письма написать вам хочет, он думает про это, да. Ну, карта замерзшая дерево говорит, что у вас сейчас, опять-таки, да, карты одно и то же говорит, что у вас сейчас замерзшее общение, каждый занят своим домом, своими делами. Вот, поэтому здесь смотрите, ну, какие-то новости либо через него, либо через кого-то вы здесь получите. Но карта гора говорит, что есть препятствия для того, чтобы он написал. Опять-таки, здесь карта первая дома вышла, да, здесь какие-то препятствия из дома тянутся у него, почему какие-то, да, по которым он не может вам, из-за которых он не может вам написать. Он ждет удачного момента. Карта клевера, карта удачного момента. Ну и карта букета. Ну и по итогу-то напишет. Ну, он здесь ждет удачного момента. Вот как только он посчитает нужным, что удачный момент есть, он вам напишет. Пока он закрыт, закрытая книга, замерзшее дерево, здесь по косе он как-то резко решит. Резко решит, он будет долго выбирать, сомнения, вот эти тучи у него будут в голове, надо, не надо, хочу, не хочу, напишу, не напишу, опять-таки, да, будет что-то вот искать, а потом должен написать, да, карта всадника вторая, здесь однозначно вы какие-то новости, может быть, даже тут там посмотрите, не знаю, у кого-то расклад про него узнаете, да, опять-таки эти новости, либо он сам здесь, пока на данный момент, могу сказать, замерзшее дерево, закрытая книга, он закрыт от вас, все.
закрылась книжечка, да. То есть есть препятствия. Какие препятствия? Из дома какие-то. Он там сейчас решает либо какие-то бумажные вопросы, либо, ну, вот, корреспонденция, карта письма, карта бумаг, карта каких-то документов, может быть, да, то есть какая-то бумажная. Вот у него там он сейчас решает эти вопросы. И карта дома, карта горы, препятствия есть к тому, чтобы он вам написал. Он по карте клевера ждет удачного момента. По карте звезда он продумывает, думает, мечтает про вас. Но есть какая-то заякоревшая проблема, карта якорь, да, подколодная. Это такая вот старая заякоревшая проблема, которая мешает вам. Ну, здесь по карте кольцо, может быть, да, если это вы женаты, не на нем, да, здесь вот, может быть, это как раз-таки ваше препятствие в виде вашего мужа. Либо, если по карте кольцо он женат, то здесь, да, вот именно как жена, карта кольцо, карта дома, препятствие для того, чтобы вам написать. Здесь ждет удачного момента. Да, вы получите корабль. Опять корабль новости. Я не думаю, что он, конечно... Ну, конечно, он может приехать по всаднику, по кораблю, но у большинства здесь какие-то все-таки больше мне идет новости. Но какие-то новости о нем или от него вы получите. Сам он будет ждать удобного карта клевера, удобного момента. Он будет ждать, когда он сможет вам написать. Когда он поймет, что вот он готов, тогда он напишет. Поэтому здесь, видимо, вас тоже на канале много и однозначно не показали. Да. Здесь он знает, карта диктатора, карта бабочки. Знаете, как у него дома диктатор. И когда ему хочется легкости, карта бабочки, это что, карта легкости, но дома диктатор его. Поэтому, когда он улечит момент и сбежит от этого диктатора к бабочке, да, к вашей легкости, вот тогда он напишет. Вот такой вот, девочки, расклад получился. Всех люблю, всех целую, до новых встреч.